Шалом, возлюбленные! Привет вам из Индонезии! Возлюбленные, когда вы заходите в тупик и кажется, что из ситуации нет выхода, только Господь Иисус может дать выход любому человеку. Слава Богу! Аллилуйя! Kurasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari umat Tuhan sendiri, ku yakin pemirsa di rumah, Tuhan hadir di sana. Alami mujizat dan kesembuhan. Angkat kedua tangan saudara dengan percaya. Sekali lagi dengan percaya. Mari Bengkulu katakan, ku yakin kau hadir di sini, kami rasakan, ya Tuhan, ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, segenap jiwaku. Я приглашаю вас посмотреть следующий видеосюжет со свидетельством, который покажет вам, что вы всегда можете быть уверены в том, что Иисус явит свою благость любящим Его. Меня зовут Ребекка Унибала. Сейчас я работаю баристером в кофейне. Я поведаю вам историю своей жизни. Бекки? Бекки, чего это ты там улыбаешься, а? Да так просто. Просто вспомнилось. У меня когда-то была близкая подруга. Мы весело проводили время вместе. Ладно, забудь. И что произошло? Латте со льдом, пожалуйста. Одно латте со льдом. Кого только не найдешь в социальных сетях. Что ты имеешь в виду? Однажды через соцсети я нашла себе подругу. А как насчет друзей в реальной жизни? Дай подумать, Билли. Но что? Ты слишком любопытный. Отстань. Бекки, может, поговорим об этом, а? Хорошо, я расскажу, что случилось, пока готовлю напиток. У меня в жизни какое-то время были проблемы. Я ненавидела всех мужчин. Все началось с 3-го класса, когда один мужчина сексуально домогался меня. Я тогда ничего не понимала, но чувствовала, что это неправильно. Я просто хранила в своем сердце ненависть ко всем мужчинам. И всякий раз, вспоминая тот ужасный инцидент, я плакала. Сама того не осознавая, я пронесла эту ненависть до более взрослого, подросткового возраста, и даже в старших классах это продолжалось. Я подсознательно маскировалась под мальчика, не хотела, чтобы это вновь повторилось, чтобы вновь были такие проблемы. Потом я, наконец, познакомилась с одной девочкой через соцсети. Мы постоянно с ней переписывались, и поскольку мы каждый день переписывались, мы стали с ней очень близкими подругами. Я... Возьмите, пожалуйста. Я почувствовала, что готова с ней встретиться. Мы начали видеться буквально каждый день и очень сблизились с ней. Мы были настолько близки, что это была уже больше, чем дружба. Я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Что? Как это больше, чем дружба? Сколько с меня? 46 000 рупий. Благодарю вас. Бекки, а что ты имеешь в виду, говоря больше, чем дружба? Мы с ней встречались. Это был процесс. Тогда я чувствовала, что со мной что-то не так. Но люди вокруг ничего не подозревали. Они думали, что я примерный ребенок. Я ходила в церковь и даже участвовала в служении. Но это была всего лишь маска, которую я надевала каждый день и каждый вечер, когда ходила на встречу. Ты все убрал на улице, да? Бекки, я так понимаю, у тебя была очень трудная жизнь. Да, это длилось до определенного момента. Тогда в нашей церкви проводили лагерь. Он назывался HMC. Я была очень хрупкой внутри в тот момент. Какой лагерь? HMC? Это аббревиатура. Лагерь движения исцеления. Это такой себе лагерь отдыха. Он проводился в Пинкане. И однажды там была проповедь на тему «Сердце Отца». Эта тема меня сильно коснулась внутри. Сердце Отца, а что это означает? Нам говорили об отношениях Отца к своему ребенку. Именно так относится к нам Бог. Какими бы страшными ни были наши грехи, Бог все равно нас прощает и любит нас такими, какие мы есть. Я почувствовала тогда, что должна простить всех, понимаешь, всех, кто причинил мне тогда боль, включая и моего отца также. А у тебя получилось простить всех, причинивших тебе боль? Или было сложно? Да, конечно, я должна была это сделать. Если сам Бог захотел простить меня, как же могу я не простить своих обидчиков? И после этого лагеря я решила покончить со всяким корнем горечи внутри себя по отношению к людям, а особенно по отношению к мужчинам, всем причинившим мне боль. Бог простил меня и назвал меня своим возлюбленным ребенком. Он снова принял меня. Несмотря на то, что я совершила страшный грех, Он все же принял меня к себе. Я также попросила прощения у своей матери. Я все ей рассказала. Она ничего не знала. Я скрывала это от нее. Я разорвала отношения с такими, какой была я. Если бы я не разорвала с ними всякие отношения, мне было бы очень трудно измениться. Бекки, твоя история вызывает у меня слезы. Не преувеличивай. Нет, серьезно. Услышав твою историю, я понимаю, что если ты хочешь кого-то простить, тебе нужно открыть свое сердце и быть готовым остановиться и не совершать больше таких ошибок, чтобы не вернуться опять на эту тропу, иначе все может только усугубиться. Ну вот видишь, ты, например, все понимаешь, а другие не понимают. Крутая история. Спасибо тебе. Ну что, по домам? Мой парень еще не приехал за мной. Может, подождем снаружи? Хорошо? Давай, пошли. Спасибо тебе. Пока. До скорого. Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Biar jemaat sendiri katakan, sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil. Saudara yang di rumah-rumah, angkat tanganmu, ikut nyanyikan. Dalam sembuhkan, pulihkan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sungguh ku percaya Tuhan, sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil. Masih ada dalam hidupku, ya Tuhan. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Angkat tangan saudara, katakan mujizat masih ada. Mujizat, taruh tangan di dada bagiku. Sekali lagi angkat tangan kita. Mujizat masih ada. Tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Sorakan haleluya. Mujizat masih ada. Pasti terjadi malam ini bagi setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat tangan kita sekali lagi. Oh, ramanya. Syadara laba laba laba. Oh, ria laba 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 laba. Ria laba laba. mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Boleh sekali lagi angkat tangan kita katakan. Mujizat masih ada. Taruh tangan di dada. Возлюбленные, я приглашаю вас получить Божие благословение через послание пастора Ника. Послушайте его. Janjimu terjadi bagiku. Aku percaya berkatmu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah Kau Иисус. Входя в 2018 год, Бог дал нам тему этого года — новые начинания. Это год новых начинаний. А что означает год новых начинаний? Новые начинания означают новое начало. Древнее прошло, теперь все новое. Больные исцеляются, слабые получают подкрепление, бедные становятся богатыми. И во-вторых, новые начинания говорят о трансформации. Измениться нелегко, ведь мы так привыкли к прежнему образу жизни. Поэтому трансформация — это процесс преобразования. Бог будет нас менять, и в итоге мы уподобимся Христу. В-третьих, новые начинания означают делать что-то новое. Библия говорит, что Бог будет творить все новое. Реки потекут в пустыне, и источники вод появятся в сухой земле. Все это произойдет по благодати Божией. В то время осуществить это по-человечески было невозможно. Но Бог смог это сделать, потому что для Бога нет ничего невозможного. Это то, что мы называем необычным чудом, необыкновенным. Dan dipulihkannya bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat. Dan dipulihkannya. Господь наказал народ Израиля при правлении царя Ахава. Он послал им 3,5 года засухи. Пророк Илия тоже пожинал последствия этого, но Бог посылал ему пропитание чудесным образом. Мы можем назвать это необычным чудом. Бог велел ему скрыться у потока Харафа. Он пил воду из ручья, и Бог повелел воронам прилетать утром и вечером и приносить ему хлеб и мясо. Бог был способен присылать к Илье воронов, чтобы они кормили его. Это необычное чудо. Если Илия мог испытывать на себе такие чудеса, значит, и мы тоже можем. Когда источник высох, Бог повелел Илие пойти в Сарепту. Он повелел там вдове кормить его. Илие, должно быть, казалось, что вдова была богата, если Бог велел ей кормить его. Но к огромному удивлению Ильи, когда он попросил ее дать ему хлеба, у нее было достаточно муки и масла лишь для того, чтобы приготовить пищу себе и сыну, а потом их ждет голодная смерть. Очевидно, что вдова была чрезвычайно бедна, но, несмотря на это, Бог использовал ее, чтобы явить необычное чудо. Затем Бог велел Илие сказать вдове: «Сначала приготовь мне поесть из того, что есть у тебя, а потом поешь и ты с сыном, потому что Бог Израиля говорит тебе, что не источится у тебя мука и масло, пока не придет дождь на землю Израилеву». Конечно, вдове в Сарепте было нелегко пойти на этот шаг, но когда она решила послушаться слов пророка Божьего, случилось необычное чудо. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, пока не закончилась засуха. Возлюбленные, кто из вас страдает от засухи и голода, входя в 2018 год? Я хочу сказать вам, что это год новых начинаний. В этом году будут происходить необычные чудеса. Кто из вас хочет пережить их на себе? Поднимите ваши руки. Я хочу помолиться о вас. Ты видишь эти руки, поднятые к тебе, Господь. Сейчас они входят в 2018 год, и им так нужна твоя помощь. Они переживают засуху и голод в своей жизни, но ты обещаешь, что они увидят необычные чудеса. А сейчас принимайте ваше чудо и исцеление, принимайте освобождение, принимайте их во имя Иисуса Христа. Аминь. Возлюбленные, продолжайте верить в Бога. Его помощь никогда не опаздывает. Его сила та же. Вчера, сегодня и вовеки. Возлюбленные, принимайте обновление от нашего Господа Иисуса Христа. Kami mau bersorak tinggi. Betul siap lompat buat Tuhan. Siap, siap Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya.